Звук «Ч» в имени приносит в характер стремление оказывать помощь ближнему, причем бескорыстно, исключительно из-за великодушия. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Вибрации у этой личности являются чем-то вроде внутреннего двигателя, активизирующего человеческую активность. Но эта активность возможна только в том случае, если у данного человека присутствуют характеристики, находящиеся в гармонии с проставлением внутренней сущности. В противном случае эту личность ожидает полная фрустрация, и она может стать агрессивной, сварливой и недовольной всем и вся. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Эти люди ответственны и терпеливы, умеют достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Очень часто обладатели этого имени увлекаются философией и любят размышлять о жизни. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Обладатели имени с буквой «Ч» отличают сильную связь с близкими людьми. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Они целеустремленны и привыкли добиваться своего последовательно и неторопливо, оказывать помощь нуждающимся бескорыстно и исключительно из добрых намерений. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Носителям этого имени следует помнить, что есть денежный эквивалент успеха, а есть внутреннее ощущение счастья, и конвертировать первое во второе удается не всегда. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.